Еще одна атака Салавата Юлаева. Перевод Хохрякова. Бросок. Гол. Вот вам еще одна шайба Виктора Тихонова в меньшинстве. И он благодарит Хохрякова за эту передачу. Безусловно, пас был хороший. Но сколь великолепен сегодня Тихонов. И ведь похожий момент был у него во втором периоде. Там не было неравных составов, но все равно перехват, резкий выпад к воротам. Тогда как раз против Тихонова были нарушены правила. И вот теперь 10 номер уфимской команды сравнивает счет. Передача проходит. Эту передачу накрыть никто не успел. Бодров слишком уж играл по Хохрякову, видимо, ожидая броска. Или, может быть, не оценил, где там располагается Тихонов и пройдет на него передача или нет.